приезжаю, тут мне говорят, концерт Лазарева опять ляжками трясет в кожаных юбочках или резиновых, я не знаю, там и юбочки, и трусики, и все. Серега, что вообще происходит? Может, ты репетировать уже начнешь там к Евровидению? Не хотелось бы твоего провала. Ну и вообще, как ты вот знаешь, ты сегодня, я, как ты вот знаешь, какая-то странная вообще конкуренция. Ты почему не согласовался приезд со мной, а? Малыш? А? Что происходит?